покрасил ульи новые. Будет заселять пчелок. Сейчас я вам покажу, какая у него тут красота. Какая красота. Пчелки, пчелки летают. Все гудит, все жужжит. Боже. Будет. Ну ты тут развел их. Это что, новый шаник будет? Зимний? Шаник. Нянь. Кусь-кусь не сделают. Я же для них новый человек. Вот они, красотки, жужжат. Улья все красивые, яркие прям. Поилочка. Сейчас покажу вам поилочку. На мух садятся и пьют водичку. Пчелки, пчелки. Красота. Вот это прям гудит прям сильно так. Они что, собираются роятся или что? Да, это карпатка, я ее жду. Уже неделю я храню. Ну они прям так гудят сильно. А вот этот пустой? Эти все три пусты. А тут что, пчела ходит? Вот смотри, видишь, вот к этому пчела лезет. Вот, ну. Улик. Вот завтра как раз, если получится, если успеешь, заснять их. Когда рой сюда придет, угу. И он будет смотреть, как он будет заходить туда. Я в этом году всего один рой вот там на этом снял, а остальные все поприходили. Сами? Сами заходят. Вот тут улик стоял у меня. Так они за мной гонялись, я, блядь, сидел там, пошел курить. Лег там и не жил, блядь. Ничего я не могу понять, гудит, гудит. Когда гляжу, блядь, они от отседа из-за угла заходят. Ой, поперли. Я за коробку, они за мной следом. И заселились. А только в одном этаже или на втором тоже? Бабулик, а второй прикрытый. Завтра он долбанет сюда нахуй. Красота. У кого-то смылся, где-то висит. Хоть у кого-то смысл к тебе придет. Да. Идем посмотреть, как себе поживают пчелки. В папином садочке. Пронумерованное все у него улье. Блин, не знаешь, как подойти. Здесь они у него зимовали, говорил. А вот сюда вот пчелы заселяются сами. У кого когда сбегает улей. Вот у него три улья пустых, он вчера рассказывал, что они сюда сами заселяются. Что где пчела, говорит, начинает травиться. Она сама приходит, заселяется в любой домик, который пустой, свободен. Уже готова для селения. Вот. Он либо, говорит, в тот 18-й улей заселится, либо, говорит, в 4-й. Прикольно так. Она сюда идет, пчела. Вот вчера мы наблюдали,
Она вот сюда вот хочет заселиться. Заселилась, говорит, в этот улей. Потом вот там 13-й, говорит, сами пчелы заселились. И теперь вот сюда вот. Хотят заселиться. Сейчас как ужалят, и домой поеду с фингалами. С полезными фингалами. Класс. Мама обнюхивает еще, смотрите, что. Сторожила. Помогаю папе сейчас зачищать улей номер 2. Его разобрали, вот такой вот маленький. Вот сейчас его нужно зачистить, полностью очистить, зашкурить и покрасить. Чистили мы улей. Папа сделал такую вот медогонку, смотрите. Там на дне еще мед. Ты крутишь? Жух! Вот так вот. Это он сам ее делал. Они днем сейчас едят, это уже вечер. На дягеле сидят. Вот как они пьют. Началось, началось, началось. Сид. Угу. А здесь вон там можно посмотреть, здесь полезно. Залезли мы на крышу. По лесенке. А сфоткаешь на нас? Здрасте. Какие-то такие эти у папы тут. Он здесь лощину хранит, смотрите. Дын-дын-дын. Прикольно. Здесь у него. А вот тут сундуки сделал. Это у него тут под крышей. Та-да-дам. Я сейчас буду набирать мед.